Решение по строительству детской поликлиники и женской консультации в Ленске было принято еще в 2013 году. В том же году был заключен контракт с застройщиком на сумму 303 миллиона рублей. После его заключения началось строительство полностью за счет средств районного бюджета. И вот только спустя 4 года оно подошло к своему логическому завершению. Не единожды работы приостанавливались. Причин тому был целый ряд. Сначала у подрядчика возникла проблема с предоставлением квоты для привлечения к работе иностранных граждан, после чего долгое время не мог решиться вопрос подключения объекта к теплоснабжению. Сегодня, конечно, все это в прошлом. Клиника полностью готова. Теперь осталось решить некоторые юридические моменты. Но мы пойдем по следующему механизму. Как только зарегистрируем право собственности, сдадим в аренду Ленской ЦРБ, эти помещения, чтобы они имели право уже на их лицензирование. А это, как мы понимаем, самое главное, лицензия на действующее здание для того, чтобы уже непосредственно работать. Общая площадь детской поликлиники более 1200 метров квадратных. Разрабатывая проект, архитекторы позаботились о просторных помещениях и широких коридорах, в которых на мягких сиденьях с комфортом смогут разместиться все посетители. Стоять в очереди никому не придется. Хватит и места, и врачей. Надо сказать, что детская поликлиника у нас сейчас обеспечена 100% кадрами по информации Ленской ЦРБ, а женская консультация, к сожалению, только на 60%. Ну, сейчас мы этот вопрос, который поднимали на сессии депутатов по строительству жилья для учителей и врачей, конечно, он бы уже какую-то можно было гарантию давать Ленской ЦРБ для привлечения специалистов. Ну, пока вопрос до апрельской сессии у нас завис, но я думаю, все-таки мы все равно этот вопрос решим. В новостройке предусмотрено специальное помещение для детских колясок, раздевалка, комната здорового ребенка. Для детской поликлиники там будут кабинеты своих узких специалистов, невролога, аллерголога, офтальмолога. В перспективе, конечно, там будет кабинет отоларинголога. Также в поликлинике предусмотрены помещения для лечебного массажа, процедурные и прививочные кабинеты. В медицинском учреждении создана особая атмосфера уюта. Со стен приветливо улыбаются сказочные персонажи, в которых местный художник вложил свою душу и любовь к детям. Ведь, как показывает врачебная практика, хорошее настроение маленьких пациентов помогает быстрее бороться с недугом. Да и рассматривая цветные картинки, дети проведут время с пользой. Площадь женской консультации немногим меньше, чем в детской поликлинике. Здесь также большое количество просторных и светлых кабинетов. Торжественное открытие клиники матери и ребенка планируется в сентябре этого года. Светлана Балеева, Алексей Семенов, НВК САХА, Ленск.